текущая схема, которая все еще работает, и, к сожалению, все еще люди попадают на нее. Мне также, например, тоже звонили, якобы из милиции, якобы лейтенант полиции, там фамилия, отчество, не помню, называет адрес, свои регалии. А далее идет история, которая немножко меняется, но суть опять же одна. Выудить у вас личные данные, либо получить доступ к вашей карте. Я очень сильно прослушал, с интересом прослушал историю про якобы несанкционированный перевоз моей карты неизвестно куда, который, естественно, был вовремя доблестно остановлен, естественно, был отправлен заинтересованным органам. Честно сказать, я давно ждал подобного звонка и очень многое хотел бы передать мошеннику на том конце провода, но успел чуть-чуть. Девушка на том конце с чувством бросила трубку. Началось с чего? Что я сразу стал ее подкалывать. Ну и сначала, поскольку был занят, сразу повесил трубку. Но она мне перезвонила. И в гневе, со словами «как я смею прерывать разговор», «давай мне угрожать». Ну, в итоге, якобы отправила мне наряд, который почему-то где-то потерялся и до сих пор ко мне так и едут. Не ведитесь на давление и запугивание. С той стороны вам могут представиться кем угодно, пусть хоть сам министром МВД звонит вам якобы, чтобы помочь решить вашу проблему с какими-то несанкционированными или подозрительными переводами, которых вы не совершали. Будьте бдительны.